Итак, сегодня мы берем интервью у нашей главы семейства, Верочки. Верочка, здравствуйте. Здравствуйте. А как вы сегодня день провели? Ну, как всегда. Я ходила в школу, и там интересно проводить. Вот, кстати, первый мой вопрос. Чем вы занимаетесь в течение дня? Что за школа? Как вы туда попали? Ну, по возрасту это школа для старших людей. Да. Чем вы там занимаетесь? С нами занимаются, развлекают нас, концерты устраивают. Мы выступаем, устраиваем показательные выступления, кто как готовит. Приносит еду, приготовленную, салатики. Следующий вопрос. А как вы туда добираетесь? Вы водите машину? Я вожу машину, но за мной, как и за другими, приезжают автобусы. В автобусе все очень уютно. То есть вас туда возят автобусом? Да, да. Вы очень туда пешком добрый... не ходите? Нет, вы что? А чем вы там питаетесь, если не секрет? Ой, питаемся мы ресторанной пищей, которую привозят из ресторанов. Начиная с нескольких, бывает 2-3 салатного блюда, творог. Вот. Потом очень вкусный супчик, разнообразный, каждый день. И, конечно, вкусное, как мне очень это нравится, это второе. Тоже очень вкусно приготовленное. Какие-то медицинские обслуживания там происходят? Во-первых, контроль хороший, медицинский контроль. Что, если не так, обязательно либо направляют. Доктора приезжают сюда, обязательно каждый день измеряют давление. Да, у каждого или только определенно по показателям? Нет, с утра приходишь и сразу в эту комнату. У всех измеряют. Да. Нет, не у всех. Кто волнуется, что надо. Поездки какие-то там бывают, случаются какие-то развлекательные поездки? Пока я такого не видела, но у нас очень хорошо и дружно развлекают наши два руководителя. Замечательные люди, мужчина и женщина. Следующее интервью нашего сегодняшнего дня от главы семейства. Здравствуйте. Добрый вечер. Я диспетчер. Вы чем сегодня занимались? Я сегодня целый день готовился к отправке. Отправки кого, куда? Киляков, а также соотечественников на завтра утренний ранний рейс. Мы отбываем в теплые страны. Какая чего прелесть. Вы желаю. Поделитесь, куда? Путь держите, сударь. Мы держим путь в Доминиканскую Республику. Это остров в океане, который разделен напополам. Полуостров принадлежит Гаити, а полуостров принадлежит нам, Доминикане. Вы, видимо, были какой-то оратор в молодости. Да, я вел передачу «В мире животных». Но меня на большой экран не выпускали. Вот я вижу. И я вел ее в рамках нашей деревни. Ну, а все нет, были очень нет. рады. Или просто, видимо, сегодня вы весь день молчали этого. Я еще очень много люблю. Ну и следующее не обошел, конечно, моего внимания. Это молодое поколение. Молодое поколение, здравствуйте. Здрасте. Ой, простите. Здрасте. Не туда показываю. Вы чем сегодня занимались в течение дня? Не поделитесь ли? Я встречался с Роландом. А я смотрю, у вас очень модная одежда. Вы как-то связаны с Boeing-компанией? Или вы... имеете самолеты, или вы летчик, или вы просто любите на них летать? Мы любим на них летать. Интересно. Ну и самый главный вопрос сегодняшнего дня. Как быть или не быть? Вот в чем вопрос.